Поступает майор в академию. Задают ему первый вопрос. Товарищ майор, как вы думаете, что такое голеностопный сустав? Вопрос понял, отвечаю. Голеностопный сустав состоит из голени и стопы. Предназначен летом для ношения туфель, зимой ботинок. Задают ему второй вопрос. Товарищ майор, как вы думаете, что такое черепно-мозговая коробка? Вопрос понял, отвечаю. Черепно-мозговая коробка состоит из черепа и мозгов. Предназначена летом для ношения фуражек, зимой шапок. Все в шоке. Что делать? Валить надо. Все места куплены. И тут матерый генерал задает вопрос. Товарищ майор, как вы думаете, как у женщины найти половой орган? Вопрос понял, отвечая. Берем женщину, раздеваем ее догола, кладем животом на стол, берем большой палец, смачиваем его в оружейном масле и от шеи по позвоночнику ведем вниз до второго щелчка.